Фермер Гасанов. Он уже давно поставляет свою продукцию на социальные объекты города. Качество овощей с его теплиц хорошее. Объемы не маленькие, поэтому хранить их было непросто. Так что желание построить свой холодильник стало большой реализованной мечтой. Строительство этого холодильника у меня было мечтой. Я к нему собирался несколько лет назад и все время накапливал свои мощь для того, чтобы преодолеть все страхи мои, все препятствия, которые это было. Но оно мне удалось. И результатом всех моих трудных дней, всех моих этих бессонных ночей стал результат этот холодильник. Ну, дальше, думаю, на фоне этого холодильника разработать цех переработки. Ну, если будет вода, у меня вот пробурю скважину, если дебет хороший, построю здесь же теплицы и дальше буду развиваться. Строитель по профессии, на пенсии, он с удовольствием перешел работать на землю. Начальник управления треста «Краснодар трубопроводстрой» приехал поздравить своего лучшего специалиста и отметил его организаторские качества. Он прошел школу «Путь строителя», значит, и прошел от севера и до Казахстана, до Ямала, до Беларуси, Ямал Европа, он строил газопроводы и всегда качество. У него были такие исторические моменты, когда заказчик Виктор Степанович Чернобылин, когда был начальник объединения «Тюмляевтехстрой», и Закир Тагирович у него подписывал объемы. Если он говорил, самый дисциплинированный сынок и ответственный работник – это Закир Тагирович. Поэтому я уверен был и знаю, что он, если взялся за дело по-настоящему, он мог, так сказать, быть хорошим строителем, отличным человеком, ну и фермером настоящим. Вот то же самое. Объем инвестиций, вложенных в строительство овощехранилища, 10 миллионов рублей. Холодильник на 600 тонн состоит из 7 камер. На этой площади могут разместить свою продукцию и другие фермеры Анапы. А в перспективе у фермера Гасанова строительство цеха переработки. Засолка овощей, квашение капусты, соки – все свое и экологически чистое.